подарки дарят. Будь с нами и весь день в ударе. Дамы и господа, счастливо вам представить наших сегодняшних гостей. Алексей Кортнев и Сергей Белоголовцев! Доброе утро! Доброе утро! И представили, и позвали одновременно. Доброе утро, дорогие друзья. Алексей Кортнев уже здесь, а Сережа завязывает шнурки. Сейчас. Да? Да, чуть-чуть запнулся о столик там в соседней комнате. Ага. Упал, развязался шнурок, ляпнулся носом. Сейчас прибежит. Эксклюзивчик, люди. Травматичный эфир сегодня начинается на русском радио. Что-то у вас еще случалось? У нас, да, конечно, конечно. У нас амбушер новый. У нас даже там при входе, когда входишь, там написано: не завязывай шнурки. Да-да-да-да. Ну, в общем, Серега скоро прибежит. Отлично. Ну, как вы себя чувствуете? Я себя чувствую хорошо. Ну, я немножко переживаю за него. Вот он вбежал. Да. Здравствуйте. Ну, наконец-то. Сергей, доброе утро. Пожалуйста, присаживайтесь. Доброе. Красиво. Как у вас тут красиво. Спасибо большое. Мы старались, к вашему визиту подготовились. Все, видишь, все сине-красное. А, сине-красно-белое, потому что в цвета русского флага, конечно. Ну, естественно. А как по-другому-то? У нас же самая патриотичная радиостанция. А мы в эфире уже, да? Да, мы уже нельзя ругаться. Сам по локти прямо в эфире. А так хочется, да? Нет, ну просто хотелось какой-то эпитет такой громкий. Офигенно. Офигенно. Да. Офигенно, офигенно. Дорогие друзья, если принести фразу «потрясающе», только немножко по-другому, то это прям будет «ух ты!» Что ж ты? Более того, Сергей, подождите, нас еще и показывают. Теперь вот современное радио, теперь транслируется все в интернет. Вот камеры на сайте, в приложении, в группе ВКонтакте, все это. Раньше только слушали, теперь еще и смотрят. Поэтому даже вне эфира все сказанное может быть использовано благодаря вам за вас. И против вас тоже. А вот я в неглажные рубашки приперся. Вот ничего, нормально. Ну ничего, давайте сделаем паузу, послушаем песню, а после вернемся. Алексей Кортнев и Сергей Белоголовцев у нас в гостях. Алексей Кортнев, Сергей Белоголовцев in the house. В прошлый раз, когда Алексей, вы к нам приходили, вы рассказывали, что вот, мол, там, мы взяли ответственное обещание с вас, да, что вы выпустите спектакль при помощи ваших друзей, близких вам людей. В городе Лжедмитрове. Совершенно верно, это произошло в марте месяце. Мы сыграли премьеру, и на сегодняшний день уже прошло 6 спектаклей. Весьма, надо сказать, успешно. Ну, Леш, что ты скромничаешь? Ну, скромно. Аншлаги, разрыв. Я видела вашу рекламу по Москве. Спекулянты, да, продают билеты за 10 тысяч. Серьезно? Евро. Вот, Сережа Белоголовцев там играет главную отрицательную роль, я главную положительную. Что, в общем-то, логично, насколько мы понимаем, да? Ну да. Вот, и две очаровательные женщины, Наташа Белоголов... Ой, Белоголов, Наташа Вдовина и... Опаньки! Извините. А мы что-то не знали, да? И Кристина Бабушкина. Нет, ну я уж начал фамилию произносить, Серегину. Здесь все логично, очень часто на сцене люди влюбляются друг в друга, и это нормально. Да, это правда. Это правда. На самом деле... Это, к сожалению, есть такая история, потому что когда ты играешь в каком-нибудь кино или спектакле, ну, это я не про себя, конечно, просто ребята рассказывали, старшие, вот, из двора. Когда ты играешь любовь, то часто ты прям реально влюбляешься. Ну, конечно. А как по-другому вжиться-то, я не понимаю. Да. Особенно для нас, непрофессиональных артистов, мы же берем только нутром. У нас техники нет. Естеством вот этим. У нас нет техники. Мы, понимаешь, как вот у футболиста, у Месси есть техника, он и кружева плетет. А нужна ли она эта техника? А мы по краю бегаем вот туда-сюда. Ну, нужна ли она эта техника вообще, ребята? Ну, вот честно. Ну, иногда нужна, правда. Иногда нужна, да. Правда, серьезно. Иногда нужна. Вот я тоже думал, что... Да. Самородок и самородок. Хотя бы для того, чтобы один и тот же спектакль сыграть несколько раз. Несомненно, да. И хотелось бы еще его несколько лет поиграть. В общем, короче, возвращаясь к спектаклю. Идет он прекрасно, ребята. Приходите, посмотрите. Останетесь в изумлении. Я согласен. Вот уже, получается, у вас несколько было. Уже есть какая-то картина, как зритель реагирует вообще. Как вы сами довольны, зритель реагирует, зритель реагирует пока очень по-разному. На самом деле, потому что стабильность наступает обычно где-то спектакли просто 10-го, наверное, 12-го. У вас не было еще столько сыграно? У нас 6 сыграно. Было 6. На сегодняшний день. А, понимаете, на премьерных спектаклях куча друзей, да, очень много своих, поэтому, конечно, оценки немножечко завышены. Тебе делают такие комплиментарные аплодисменты, там какие-то говорят. Да, причем очень они бывают иногда смешные, эти комплиментарные фразы. А вот, например, как? Старик, я посмотрел это.
у меня во рту до сих пор запах металла. Это реально? Тебе такое говорили? Я такого никогда не слышал. Обычно после антибиотиков случается. Или Валерию Кипелову, вот это можно сказать, что запах металла. Я помню, знаете, самая расхожая тема, когда вот друзья на спектакль, да, приходят, потом они отходят и говорят: «Старичок, ну как тебе?» Ты знаешь? Нет слов. Да, это самое распространенное. Нет слов. Но есть целый набор клише, как говорить. Вот одно из этих такое. Чувак, я сейчас вне себя. Это просто, это слово. Ага. Чувак, это слово. Да. Высказывание. Новое, старое какое. Да. Громкое. Ну, в общем, от этого всего у нас было уже достаточно. Теперь публика пошла более сдержанная, серьезная, которая уже понимает... За деньги. Да, совершенно верно. Что, кстати, немаловажно, потому что я подозреваю, что к Алексею обращалось очень много людей. У тебя спектакль вышел. Можно мне пару билетиков? Да, но нам наш директор ввел жесткое ограничение. 2 билета на спектакль, все остальное через кассу. И все. И это правильно. И стало очень легко. Пойдем в сентябре. Да. Потому что всегда можно сослаться на директора, там сказать: слушай, да я бы рад бы хоть на всю совершенно вашу семью. Да, ну ладно, об этом мы за эфиром поговорим с вами, потому что вас мне бы очень хотелось бы пригласить. Конечно. За деньги, давайте уточним сразу. Как делить билеты будем на строе? Что касается людей, которые приходят за деньги, вот я поражаюсь тому, как по-разному свои деньги реализовывают в России и где-нибудь там, скажем, на Бродвее. Ага. Там человек, если заплатил прямо дорого, да, там $40 за билет, он в лепешку расшибется, но получит удовольствие. Он будет хохотать вообще, даже если муха пролетела мимо. Понимаешь, уже невероятно. Запел кто-то, спасибушки. Станцевал, я счастлив. Все. Вот, прям что... сценарий программы «Аншлаг» сейчас рассказал. Да. Потому что я за это заплатил. У нас заплатил аналог там 40 долларов. Несколько там, тысяч рублей. Приходит человек, говорит: так, ну-ка давайте мне за мои эти тысячи рублей. Развлекайте меня. Алексей, это, наверное, звучит так. Вот я же... А ну-ка удивите меня за 5000 рублей. Совершенно вот верно. Ровно на 5 меня вот удивите. Ровно на пятерочку, да. Потому что вот сейчас пока вы не дотягиваете еще до пятерочки. Вот, поэтому я обращаюсь ко всем зрителям. Ребята, раз уж вы купили билет, идите запасшись заранее хорошим настроением. Потому что мы его вам не обязаны улучшать. Вообще, на любое мероприятие необходимо приходить в отличном настроении. Да. Даже, вот даже Белоголовцев говорит: нет слов. Нет слов. Друзья, в городе Лжедмитрове спектакль, который мы обсуждаем с Алексеем Кортневым и Сергеем Белоголовцевым. Путь, мы читаем пресс-релиз, посмотрели, поинтересовались, поскольку саму постановку еще не видели, обратили внимание на то, что путь от первоначальной задумки до премьеры занял 3 года. Это, во-первых. Во-вторых, режиссер спектакля Максим Виторган, который в конечном счете переписал всю пьесу, которая была в изначальном виде. Это, если верить пресс-релизу, расскажите нам об этом подробнее. Чур я. Давай, начинай. Мы это задумывали как некий мультик, как некий, как это сказать? Комикс. Комикс, может быть, такой, да. Русский Марвел. Мы хотели из этого сделать что-то очень такое простое, такое... Декорации такие плоские, перевозные, чтобы это был такой спектакль-тире. Я-то вообще сначала концерт придумал, и, по-моему, к вам еще когда приходил с этой концепцией, что это будет стендап-мюзикл вообще, то есть такое пение перед микрофоном. Да, я впервые об этом услышал 2 года назад, об этой задумке, и теперь мне очень приятно, например, что она уже увидела жизнь. Да, но она, конечно, трансформировалась абсолютно, продолжает Сережа. Да, и когда, значит, мы показали... Лешка сказал, что это должен ставить Макс. Я с ним согласился, потому что Макс — это мой режиссер, и я у него работал в спектакле «Кто» офигенном, который, к сожалению, сейчас уже не идет. Вот, и, ну, я немножко, конечно, опасался, что Макс скажет, что это все вообще не то, неинтересно, и это все, я не буду это делать. Но Леша каким-то образом, я не знаю, там, паяльная лампа, литры коньяка. Дорогие обеды. Долгие прогулки по осенней Москве. Это все было, ей-богу. Серьезно? Да. В общем, Макса он убедил, что это надо ставить Максу именно. Макс сказал, что хорошо, но я берусь за это только если я это все изменю сильно. И это изменилось, конечно, кардинально абсолютно. То есть конечную форму придумал Максим Виторган. Абсолютно. Да, совершенно верно. Он настоял на том, что это должен быть гораздо более сложный психологически и... драматически. И технологически спектакль. То есть сейчас это здоровенная... У нас работает 38 человек в проекте.
Мы-то с Сереженькой предполагали, что будет 12, ну и экономика, соответственно. То есть, ну, что, то есть понятно, денежки вырос. Будут делиться на 12 mm-hmm. человек, а теперь они делятся на 38. Ну, то есть, слава богу, сложно выводимо это. Да. Не в равных пропорциях, слава богу. Ну, там принимают участие все музыканты группы «Несчастный случай». Да, вы нам в прошлый верно. Раз рассказывали, что они там вот нервничают и так далее, вот на репетицию от нас ехали. Как они справились? А, если поначалу я их ласково называл «стеклянный, оловянный, деревянный», ага. их, собственно, ровно трое. То сейчас это стало потрясающе совершенно. Вот опять же, лучше Сережа скажет, как человек, все-таки глядящий на них со стороны. Для меня-то они просто родные люди, фактически члены семьи. Давайте, Сережа, непредвзятое мнение. Нет, это вообще это удивительная история. Я в полном восторге, как Максим их обтесал, переплавил, разложил на атомы и снова собрал. Действительно, они играют очень хорошо. И Сережа Чекрыжов, и Митя Чувелев, и особенно Паша Мордюков. У Пашки самая серьезная роль, прям большая. Ну, Пашка еще и очень красивый, конечно. Дяденька, скажите, это... а получается, значит, если он все перелопатил, Максим Виторган тиран, да, такой режиссер? Я он сказал дал. Так? Нет, вот подобных криков не было никогда. Врет. Не верю. Нет, Горький врет. Ну, нет, но крики были именно в полемике, да, угу. но не я сказал так. Угу. Ну, правда. А, да. Как же ты не понимаешь? Ага. Такое бывало? Да. Да. Один раз меня чуть не убил в споре. Но в споре. Ну, так, чуть не расплавил своим дыханием. Ага. Вот. Вот я сказал так, это другой режиссер. Не-не-не, я сказал так, этого не было, правда, это правда. Я сказал так, этого не было. В общем, полемика была, порою доходила да, до просто плавления металлов. Достаточно сказать, что последние две сцены, вот развязку спектакля, угу. мы утвердили, до этого переписав раз 8, за неделю до премьеры. То есть ага. вот за неделю до премьеры мы еще вот как раз когда чуть не подрались Сережа с Максимом, это мы как раз... когда Максим чуть не избил Сережу, это была вот так правильнее. Это была драка за хэппи-энд. Да, на самом деле Максим Эммануилович хотел... Это, можно спойлера чуть-чуть? Да. Ну, да. Мы жаждем. Нам-то интересно, чем закончится. Да, он хотел погубить главную героиню. Ага. А... мы не дали. А главная героиня вот с фамилией Белоголовцев, да, вот этот, которого покупили. Нет, главная героиня с фамилией Вдовина или Бабушкина. Ну, Вдовина-бабушкина, да, хорошо. Вдовина-бабушкина. Да. Должна какая-то надежда быть, в конце концов, правда вот, ведь? И вот, за нее-то мы и бились, и, в общем, приходите и посмотрите, ребята. Потому что Максим по-прежнему утверждает, что кончается все плохо у нас. А мы с Сережей уверены, что кончается хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, у нас по-прежнему Алексей Кортнев и Сергей Белоголовцев. Ой, слава богу, Леша вышел на несколько минут. Сейчас я буду говорить. Это месть за то, когда вас не было, он тут говорил. А то мне не дает говорить. Пока Лешки нет, я вам сейчас все расскажу. Можешь сказать, Серега, у тебя что-то там крутое. В Ютубе там что-то было. Ой, давай. Да, слушайте, вот спасибо, что вы спросили об этом. Ну, многие знают, что у меня есть младший сын Женя Белоголовцев, у которого ДЦП. Вот, и он долгое время был безработным, а он единственный в нашей семье человек. У нас все в семье занимаются творчеством. Он единственный человек, который у нас дипломированный актер. Актер театра, кино и всего остального. Он закончил вуз специальный. Спасибо всем, кто нас туда принял. И спасибо этим прекрасным девушкам, которые нас приняли. Вот. И он единственный профессиональный у нас человек. Он работал одно время телеведущим даже. На небольшом канале РАС-ТВ, куда нас позвал наш, опять же, очень хороший приятель Саша Гольберт. И он, значит, дал Женьке рубрику. И он прям неплохо справлялся. И такой был прям смешной. У него такой еще голос такой интересный у Женьки. Такой. Вот. Ну и вообще он прикольно выглядел в кадре, потому что необычный человек, такой немножко скрученные ручки, он такой. Вот. И потом он долгое время был безработным, и тут у нас созрела идея запустить YouTube-канал ему. Запустить YouTube-канал, в котором мы будем рассказывать о творческой жизни людей с ограниченными возможностями. Угу. Спорт, музыка, танцы, угу. спектакли. То есть это будет не... такой вот, знаете, посыл, жалейте их, они несчастные, убогие, вот. Uh-huh. Они такие же, и мы поэтому так и назвали канал, очень удачное нам пришло название, такой же. Uh-huh. Всех ну, здесь игра слов, уже двумя да. заглавными буквами, уже большими буквами. Да, в одно слово, такой же.
То есть они такие же, а Женька еще и Женя такой же. Все подписывайтесь, пожалуйста. А сколько просмотров было уже? Раз запустили канал, наверное, уже сверяли на YouTube. Еще пока не очень много, потому что он вот только-только запустился. Сейчас Но люди комментируют? Люди комментируют, люди смотрят, люди говорят, что хорошо, здорово. Вот. Просто вот мы сейчас работаем над целым пакетом новых сюжетов, видео разного интересного. И прямо скоро мы так вот прям начнем это мощно вбрасывать. И я надеюсь, что к этому будет интерес. Потому что я ничего подобного как бы не встречал на просторах интернета. Но я не очень, конечно, сведущ в этом деле. Но я очень вот хочу, чтобы это было ярко, смешно, интересно, весело и так разнообразно и хорошо сделано. Так мы хотим, чтобы это такой был прям хороший контент. Не просто там на коленке и на телефон, а прям так посерьезно. Это очень хорошее начинание. А можете в качестве, знаете ли, такого эксперимента взять режиссером Виторгана? Вот, чтобы это было. А будь по поводу финала спорить. Да. Мы можем взять Виторган режиссером. Ну, такой, что-нибудь смешное. А я даже знаю, кто может написать музыку, вот такую оригинальную. Рядом. Кортнев. Кортнев может написать. А, да. Кстати, парам, парам, да. А почему ты к нам не обращался по поводу действительно музыкального оформления? О, пошла вода горячая! Я что-то как-то проспал. Проспал. Чего же вы меня не разбудили? Вот Антоша только что разбудил. Чего же вы меня не разбудили? Продюсеры. Дяденьки, значит, смотрите, какая ситуация. Мы решили над вами немножечко, ну, слегка поиздеваться. Ну, не зря же просто. Для вас это раннее утро, как бы, да, а для всей аудитории это просто счастье и праздник. А мы, значит, с коллегами посоветовались и решили как-то взять и ни с того ни с сего возродить вот два хороших всеми любимых фильма. Вот, поэтому у вас сейчас будет 30 секунд. 30 секунд так. Буквально, да? Вот, у каждого, да? Мы, соответственно, называем название фильма. Вам нужно пересказать его за 30 секунд максимально так, чтобы люди все ломанулись на новую цифровую цветную копию в кинотеатр. Да, а ответ «я не смотрел» не принимается. Да. Даже если да. смотрели, придется придумать фабулу. А, хорошо. Итак, я понял. Значит, первый у нас Сереж Белоголовцев, да? Значит, извини. Сереж, ну вы же хотели говорить. Вот. Раз хотели говорить, значит, вам достается фильм на «Служебный роман. Новая версия». Поехали. Поехали. Значит, она была страшная и начальница, а он был у нее подчиненный. Он решил бабла срубить, ну и к ней подкатить, и чтобы она его назначила своим заместителем. Вот. И когда он, значит, все эти кунштюки выкидывал, чтобы к ней подкатить, там стихи читал ей, там вином ее обливал, он неожиданно в нее влюбился. Вот. А она узнала про то, что он хотел бабла срубить и к ней подкатить просто так, чтобы стать ее заместителем. И обиделся на него. И он тогда, конечно, у него все загорелось внутри, и он говорит себе, я ей, наверное, должен доказать, что я люблю по-настоящему. Но там начались всякие драки, ссоры, там всякие разборки, но потом все-таки он ее убедил, что он ее полюбил по-настоящему. Она превратилась в красавицу. Он поцеловал ее, и она превратилась в красавицу. Естественно, как в той знаменитой сказке. Вот. И потом они, значит, в финале садятся в машину, в тачку, в Майбах. А водила, охранник, он же с пистолетами, говорит, куда? А она ему говорит, за горизонт. И целуются с ним, и титры. Это получается такая, знаете, да. «Красавица и чудовище» наоборот. Да, 2019 вершин. «Красавец и чудовище». Горячо любимый Алексей. Да. Достается потрясающий байопик, который называется «Москва слезам не верит». Поехали. Все то же самое, как у Сережи, только наоборот. Значит, девочка родилась в провинции, решила покорять Москву, приехала в Москву. А у нее что-то все не задалось. Один мужик ее кинул, другой бортанул, третий, четвертый, подружки так себе, хотя и верные, но не очень качественные. И, в общем, залетела она, ребеночек, все нехорошо, и уснула. А просыпается, бац, она директор завода, прикиньте. 20 лет прошло. Да, 20 лет прошло, все у нее наладилось во сне, да, девочка подросла красавица, за ней тоже хороший мальчик ухлёстывает, и еще и Гоша подвернулся в электричке, и с этим-то Гоша и выстроит директор свое счастье в конце второй серии. Все. Если бы я прочитал вот эти два описания на DVD, я бы их сжег. В роли Гоша Кумбербэтч. Сергей Белоголовцев и Алексей Кортнев на русском радио. Ну, спасибо огромное. Скоро вернемся. Скажите, пожалуйста, вы уже в таком, так сказать, театральном статусе постановочном, что вам уже по-серьезки, как мне кажется, играть уже неинтересно. И наверняка вы друг друга каким-то образом стебете и стараетесь
стараетесь расколоть друг друга, когда репетируете? Никогда происходит спектакль. Ну, когда совсем новая работа, и тем более такая вот в таком жанре, как сделан «Город Лжедмитров», там как-то не приходит в голову друг друга стебать, потому что это все написано смешно, да, там постоянные какие-то шутки, прибаутки в самом тексте содержатся. У меня обычно это начинается где-то спектакле, там, ну, на второй-третий сезон, когда один и тот же спектакль играется, вот тогда начинается уже, конечно, зеленуха. Ну, я думаю, что в Лжедмитрове зеленухи не будет. Я так думаю. Во всяком случае, до тех пор, пока в зале будет присутствовать режиссер Максим, да, зеленухи не будет, потому что он убьет нафиг. Да? А Максим в этом смысле, конечно, потрясающе трепетный режиссер, потому что когда он сделал спектакль «Кто», в котором я, к счастью, принимал участие. Очень хорошо принимал. Еще Андрей Ильин с нами играл, Леночка Ксенофонтова. Вот. Он жил лет 5, этот спектакль, и Макс практически на каждый приходил. Ничего себе. Слушайте, а у вас же есть такая тема, что после каждого спектакля там есть какой-то определенный разбор полетов? Да. Да? Да. И после каждого, у вас. Да. А с использованием ненормативной лексики? Ну, поскольку спектакль создавался с использованием этой лексики, то вы странно что было творите? И что сказал режиссер? Вот уже вы отыграли 6 раз. После шестого что он сказал? После шестого как раз разбора не было, потому что мы расставались почти на... Сколько? На месяц. На месяц почти, поэтому бессмысленно делать замечания. Не хотел портить месяц просто. Хорошо, после первого раза что, удоволен? После первого было очень много замечаний, после второго... Нет, замечаний всегда много, но уже после четвертого, пятого спектакля Макс, мне кажется, приходил сильно довольный. Да, говорил, это что правда. Все стало лучше. Ну, плюс мы его еще сократили почти на 10 минут. Умудрились все-таки. Хотя поначалу вообще было непонятно, что можно сократить. Дошло до того, что выкинули музыкальный номер. Ничего себе. Это вообще... Да. Это же, ну, не знаю, как Сережа, Леша, это прям как серпом просто. Ну, да, абсолютно. Да. Мужчины, мы вам желаем искренне, чтобы спектакль жил долго. Мне кажется, сейчас это самое главное. Большая честь и радость была лицезреть вас, господа, в нашей уютной мультимедийной студии Русского радио. Позвольте вам поаплодировать. Браво! Сказать спасибо за настроение и за эту пятницу. Да, Алексей Сигаев, Галя Корнева, меня зовут Антон Юрьев, Алексею Кортневу, Сергею Белоголовцеву искренний респект. И ура! Услышимся в понедельник. Пока, друзья. Пока!